Приветствую, друзья! Добрый день! Начинаем наш традиционный обзор. Итак, сегодня давайте посмотрим, что у нас биткоин. Биткоин по-прежнему у нас аккуратненько подрастает. 5-часовой таймфрейм, часовик ставлю. Как видим, мы с прошлого раза пробили то, что я указывал тогда. Пробили аккуратненько 7800, да? Грубо говоря, ну мы на 7800 вот тогда здесь постояли. И для нас была проблема взять вот эту высоту, да? Значит, мы ее пробили, уверенно, кто докупился, молодец, кто не докупился, ждем. Что нас ждет впереди, ребят, то есть, не знаю, чего ждем, но ждем, да. Не докупились, поэтому ждем. Поэтому, в принципе, докупаться необходимо, необходимо. Но нужно учитывать одну достаточно важную вещь. Недавеча, как на днях, у нас происходит, где эта новость, секунду, на первой странице у нас эта новость, у нас происходит... Экспирация фьючерсных контрактов, размер которых в этом месяце превысил все возможные ожидания. Я не хочу сказать, что размер торгов фьючерсным контрактом на биткоин это хорошо, то есть он имеет какое-то влияние на цену, но мы сами знаем с вами прекрасно, что под закрытие фьючерсных контрактов у нас биточек потихонечку льют. Поэтому не забывайте, в пользу того, что биткоин сейчас немножко сходит вниз, также выступает тот факт, что мы имеем здесь пятиволновик. Сейчас я вам его покажу. Большой или маленький, но он есть. Вот такой вот маленький пятиволновичок. Он есть. Это всего лишь волна 1. Сразу вам говорю. То есть это не какие-то там особые какие-то вещи. Да? Это всего лишь волна 1. Но она есть. Она вот такая. Давайте разрисуем все уже конкретнее так. Вот что у нас есть. Поэтому на данный момент, ребят, необходимо, естественно, немножечко подождать. Напоминаю всем, кто ждет, чего-то переживает и так далее. Одну секунду, давайте поменяю цвета. Вот так будет красивее, правильно? И поставим, наверное, первичный. Вот так. Вот, чтобы понимание было. Чего ждать сейчас от коррекции? Которая сейчас, вот, ну, буквально вот на днях начнется в битке, сегодня, завтра. И, скорее всего, она и будет. Естественно, привычного нам и у нас с вами события. То есть, это откат в район 33-50%. Я вам скажу больше. Я думаю, что откат будет даже и подальше, в район 61,8. Но риск, знаете, такое. То есть, для меня что необходимо? Самое главное, что я буду ждать здесь в низах. Коррекция уже началась, мы это видим. У нас присутствуют явные признаки того, что мы ушли на коррекцию. Признаки есть. Для кто не помнит эти признаки, я их вам сейчас напомню. Обратите, пожалуйста, внимание на объемы здесь. И мы можем уверенно, что провести вот такую линию по объемам. И вот такую линию мы можем провести по цене. Ничего не напоминает, ребят? Как по мне, это дивергенция. Поэтому, соответственно, что? Такое несоответствие приводит к развороту. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Это очень важно. Поэтому сейчас, судя по всему, мы отваливаемся с вами в волне 5. Мы с вами уходим аккуратненько. Уходим аккуратненько на коррекцию. И, судя по всему, будем корректироваться в район, вы уже знаете, 33-50%. Поэтому сейчас давайте определимся приблизительно с уровнем, чтобы мы уже, как говорится, заранее знали, где нам ожидать вот это самое падение. Уровни у нас широкие. Согласен. Так. Где? Стоп. Вот что нам нужно. Вот наша зона закупки. Вот она. Это наша зона закупки. Уровни 7623, 6805. 7700. Вот так поставим. 7700-6900. Вот так будет нормально. Немножко смещаю вверх, ребят. Ну, как бы, чуточку вверх. Вот такие вот уровни. Далее, кто говорит, что я пишу и не указываю что-то там на видео, ребят, ну, вы уж простите, бога ради, я снимаю видео. Я же не на радио выступаю, поэтому, ну, как бы я... Ну, исправляюсь, конечно, озвучиваю вам уровни, но вы тоже имейте в виду, что видео нужно смотреть, а не слушать. Это же не радио все-таки. Я не радиоведущий, я даже не знаю, как это делается, честно вам скажу. Поэтому
Без видеоряда я свое видео не смотрю. Далее, комментарии там выходили, что сегодня хотят увидеть VeChain. Посмотрим. Просили рассказать, что это. Я не технарь, поэтому не буду. Скажу так, это блокчейн очередной, плюс защита от подделок, логистика, медицина. Достаточно широкий спектр, поэтому, в принципе, проект весьма-весьма любопытный. Так, это про VeChain. По биткоину, думаю, всем все понятно. Уходим на коррекцию, ожидайте коррекцию. Я думаю, что может быть и жарко. В преддверии, опять-таки повторюсь, закрытие 27 числа, то есть завтра, закрываются у нас фьючерсы. Поэтому коротеньким прыжками можем аккуратненько спуститься вниз. Будьте предельно осторожны. Поехали дальше. VeChain. VeChain. Что мы имеем? Первое. Обозначил здесь зону. Это зона закупки, ребят. Мы в ней. Что делать? Давайте смотреть, что мы имеем вообще по VeChain. А по VeChain у нас, ребят, традиционная схема, которой мы с вами практически постоянно придерживаемся. Рост, падение, да? Традиционная схема, которую рисую практически постоянно. Здесь закупились, ну мы практически в этой зоне, да? Давайте промеряемся сразу. Залетели, да, в зону, все нормально. И сейчас находимся в зоне закупки. Все в порядке. Поэтому, в принципе, VeChain стоит под покупку. VeChain стоит под покупку. Но при этом в обязательном порядке стоп необходимо ставить вот здесь. Уровень 20 тысяч, 21 тысяча. Давайте не будем умничать. 21, раз, два, три. Есть, готово. Ну а чтобы не попасться под целый уровень, давайте-ка мы поставим 20950. Так будет правильнее. Окей. Есть. Вот наш уровень стоп-позиции. Вход, соответственно, 24 20, 24 20, где мы сейчас находимся. 21 тысяча, грубо, стоп. 3000 на 24, это восьмая часть. Восьмая часть, 12%, поэтому, соответственно, вывод отсюда. Входить здесь не более 10%. 10, ну максимум, 10% от депозита здесь можете купить за биткоин и VeChain. При этом здесь вы потеряете, соответственно, там 1,2%, что весьма допустимо. Все нормально. По дивергенциям. В принципе, дивергенции на более долгосрочных периодах есть. Они присутствуют. Видим, вот отсюда идет дивергенция, сюда, да. Здесь, ну, как бы, знаете, такое. Вот на этом падении я бы не сказал это дивергенцией, но мы все-таки пришли в целевую зону. Целевая зона, ребят, для меня здесь, более детально это все рассказываю на курсе, а здесь для меня зона вот этот диапазон, обратите внимание на него. Вот этот диапазон я считаю целевой зоной. Вот этот диапазон, поэтому ожидаю сюда, соответственно, VeChain. Диапазон, соответственно, какой у нас? 18300 и 28400. Вот такой широкий диапазон, мы уже в нем, покупать, соответственно, можно. Стоп установили. При этом хочу напомнить всем, друзья, что у нас идет докупка VeChain выше вот этой вот отметочки. То есть отметка 26200, мы можем докупиться. И будем правы. По той же, кстати, ребят, причине, что я объяснял и в биткоине. Как это работает, вы уже, я думаю, уже привыкли и знаете, где докупаться, где какие уровни ловить и так далее. Напоминаю, друзья, сегодня в 19:00 проводится вебинар. Все участники вебинара, ребят, получат очень-очень-очень интересный бонус. Сюрприз. На вебинаре узнаете. Очень интересный бонус. Я бы сказал, просто, знаете, ну, достаточно интересный бонус. Да. Ладно, не буду загадывать наперед. Но, во всяком случае, регистрируйтесь на вебинар. Заходите сегодня в 19:00. Готовьте вопросы. Ребят, вы знаете, что мы онлайн все разбираем. В онлайне. И напоминаю, что даже если у нас срабатывает стоп по трем, по пяти позициям, а по трем срабатывает рост, то, ребят, мы в плюсе. То мы будем в плюсе.
Не знаю, кто умудрился потерять на моих прогнозах, честно, я удивлен. Но мало ли, всякое может быть. Поэтому, еще раз напоминаю, 19:00 Москва и Киев. Вебинар сегодня состоится. Последние дни у нас заканчиваются набора в группу. Последние деньки буквально идут. Набор в группу вот-вот закончится. Поэтому поспешите, кто хочет. Комментарии читал. Забавные относительно. Будете делать такие же прогнозы, как и я? Нет, не будете. Вы будете просто анализировать рынок. Обзоры делать не нужно. Хотя некоторые, вы знаете, уже начинают. Мои ученики делать обзоры самостоятельно. На сим прощаюсь. До встречи вечером. Всем пока. Заходите на вебинар. Удачных торгов и больших профитов. Не забывайте про экспирацию фьючерсных контрактов. Пока, до вечера.